Хорошо, тогда начинаем, и начинаем с понятий, потому что, как говорил, кстати, один восточный мудрец, те, кто придерживается его убеждений, тоже говорят, что это религия, а другие говорят, что это не религия, это некое такое атеистическое течение. Но, тем не менее, был такой восточный мудрец, который сказал, что все начинается с того, что нужно дать правильное название всему. Свобода мысли, совести и религии – это формулировка, во-первых, Всеобщей декларации прав человека, во-вторых, Международного пакта о гражданских и политических правах, вы видите на этом слайде. Почему именно такой ряд? Понятно, что здесь ключевое слово – это религия. Ну, дело в том, что на протяжении… Кстати, об этом часто спрашивают на различных мероприятиях, конференциях, семинарах. На протяжении длительного исторического периода многие мировоззренческие вопросы тесно связывались с религиозным мировоззрением и решались с позицией религиозной картины мира, религиозной морали и мышления. Понятие свободы совести изначально и традиционно связывалось с вопросами религиозных убеждений, тем или иным отношением к религии. Еще протестантские теологи в период реформации, до них средневековые философы и схоласты призывали к свободе религиозной совести, но, правда, они немножко по-своему понимали религиозную совесть. Речь шла не только, не столько о свободе от религии, свободе от религиозных убеждений, а сколько о свободе внутри религии. И иной смысл свободы совести, как уже очищение совести человека от религиозных установок, от религиозных воззрений, складывался в новое время, в частности, представителями французского просвещения. И принцип свободы совести был закреплен во французской статье 10 французской декларации прав человека и гражданина, а впоследствии он стал закрепляться и в законодательстве других стран нового и старого света. И такая тесная связь между совестью, мыслью и религией дошла в итоге и до международно-правовых актов, и, кстати, не только до международных правовых актов, и до национального законодательства. Можно посмотреть на советский период. В советское время в законодательстве говорилось только о свободе совести. И это вполне объяснимо. Почему? Потому что если весь советский строй боролся с религией, не признавал религию, объявлял ее временным делом, по сути была объявлена война религии, то понятно, что ни о какой свободе религии говориться не могло. Поэтому часто встречающиеся в законодательстве других стран такие термины, как свобода религии и свобода вероисповедания, просто не имели шансов в законодательстве, там, скажем, Советского Союза. Но когда мы говорим об этих вопросах, то возникает еще один момент. Вот я подчеркнул на этом слайде право на свободу религии и убеждений. И опять убеждение связывается с религией, и этому тоже есть объяснение. Тогда, когда принималась Всеобщая декларация прав человека, по тем причинам, по которым я только что сказал выше, что Советский Союз не принимал свободу религии, и по сути встал вопрос о том, что будут ли они участвовать вообще в этой Всеобщей декларации прав человека, в подписании ее. Были очень жаркие споры, жаркие дискуссии, вплоть до того, что приезжали делегации в разные страны. И в итоге нашли компромисс, как говорят историки, которые изучали этот вопрос. Они говорят, что примерно Сталин сказал так, что американцы хотят свободу религии, тогда давайте добавим убеждения. И в результате, чтобы страны социалистического лагеря, страны советской системы подписали эту декларацию, вот был найден такой компромисс. Вслед за свободой религии стали говорить о убеждениях. И еще один момент, связанный с тем, что надо различать, если вы посмотрите текст международных правовых актов, то увидите, где-то говорится о праве на свободу, где-то говорится просто о праве, да, право на мирные собрания. В чем разница? Здесь есть очень принципиальные моменты, которые надо учитывать, в том числе, когда мы говорим о правовом регулировании, о вот этом нормативном аппарате, присутствующем в этом вопросе.
Свобода означает, что государственное вмешательство либо вообще исключается, либо оно сильно ограничено, в отличие от той ситуации, когда мы говорим о праве, да, право на мирное собрание, допускается, что там есть ограничения, и мы видим, с какими дискуссиями, с какими спорами этими ограничениями принимались не так давно в нашей стране в связи с новым законом. Свободы, они, ну, нельзя сказать, что совсем абсолютные, но, конечно, они в большей степени абсолютные, а когда говорят о каком-то праве, то оно предполагает наличие механизма, наличие каких-то инструментов по реализации этого права. То есть менее абсолютные, в отличие от свобод. Элементы права на свободу религии, что она себе включает, вы видите на экране, это текст, ну, главных актов Всеобщей декларации по правам человека, о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Право иметь религию, принимать религию, менять религию, исповедовать религию в самых различных формах, самыми различными способами. Здесь же свобода от принуждения, умаляющего свободу иметь или принимать религию, и то, что касается свободы родителей. Это слова тоже не были, все эти формулировки не были так просты, когда их закрепляли в международных правовых актах. Ну, например, уже теперь страны исламского мира, где государственной религией была ислам, они категорически были против формулировок, связанных с правом принимать религию и правом менять религию. И королевство Саудовская Аравия до сих пор не подписало эти международные акты, как раз таки ссылаясь на то, что для этого мира, для этой системы такое невозможно, право применять или менять религию. Поэтому опять-таки где-то искали какие-то компромиссные решения, долго подбирали текст этих актов, но в итоге вот сложилось так, как сложилось. На самом деле ситуация сложнее. Почему? Потому что понятие свободы совести, мысли, религии, оно раскрывается и в некоторых других актах. Они, конечно, имеют разную силу, разное значение, чуть ниже мы с вами будем говорить об этом. Но вот посмотрите, есть такая очень известная декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости, дискриминации на основе религии. Это... пятый слайд, где закреплено, какие дополнительно... пятый слайд и шестой слайд, какие дополнительно элементы включает в себя право на свободу совести, мысли и религии. То есть это не просто право принимать, менять религию, исповедовать, но вы видите... вести преподавание, получать пожертвования, готовить, назначать служителей, соблюдать дни отдыха и так далее. Создавать соответствующие благотворительные и гуманитарные учреждения в некоторых правовых порядках, например, в Великобритании, религиозная деятельность непосредственно регулируется не специальными законами о религии, а законами о благотворительной деятельности. То есть варианты самые разные. Замечание общего порядка номер 22 к статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах. То, что часто, кстати, используется в различных обзорах, в анализе, тогда, когда принимается решение в Комитете по правам человека, оно дополнительно говорит о том, что в себя включает отправление культа. То есть вы видите, это строительство мест отправления культа не очень... обычное для нас – это использование ритуальных форм и предметов, демонстрация символов и соблюдение праздников отдыха и дней отдыха. То, что частично у нас без проблем, да, у нас есть выходные дни, которые объявлены в связи с религиозными мотивами, но одновременно есть проблемы, скажем, с демонстрацией символов. Соблюдение предписанных ограничений в рационе питания, ну и так далее. Опять проблема с ношением отличительной одежды или головных уборов, участие в ритуальных обрядах, использование особого языка. Ну, то есть смысл, почему я это все показываю, что, конечно, когда мы говорим об этих вопросах, будет недостаточно посмотреть только на соответствующие положения
Международного пакта о гражданских и политических правах и всеобщей декларации прав человека, что на самом деле элементы свободы совести, мысли, религии, они гораздо шире, и формы их проявления гораздо шире. И отмахнуться от этого нельзя, сказать, что вот то, что написано в декларации или в пакте, поскольку он более обязывающий, все равно, когда анализируются те или иные решения государственных органов, когда принимается решение судебных или квазисудебных органов, все равно все эти вопросы так или иначе возникают, и вот все, что это перечислено, оно включается в понятие свободы совести, мысли и религии. Может ли свобода религии быть ограничена? Мы только что с вами сказали, что отличие свободы от права в том, что свобода в меньшей степени подлежит ограничению, а право в большей степени подлежит ограничению. Но здесь давно уже в международной практике выработалось таких два подхода. Первый подход, связанный с тем, что некоторые элементы свободы религии ограничению никоим образом не подлежат. Это называется форум интернум, да, то есть свобода иметь, принимать, менять религию, никто не может ограничить это право человека. Оно естественное, оно принадлежит ему с момента рождения, и никаких в данном случае вариантов быть не может. Да? И нельзя принуждать менять свою религию, принимать или иметь какую-то религию. Это абсолютно. Но есть внешний аспект свободы религии, так называемый форум экстерном, тогда, когда речь идет о религиозной практике. Тогда, когда верующие и религиозные объединения начинают быть участниками общественной жизни. То есть для этого им нужны какие-то здания, для этого нужны помещения, для этого нужно заключать договоры, для этого нужно вступать в самые различные отношения, да, в том числе связанные с государственными органами, с контрольными и надзорными функциями. И в данном случае с осуществлением контрольных и надзорных функций, ну вот посмотрите, что сегодня творится в связи с этим карантином и с полномочиями санитарных врачей, понятно, что они устанавливают какие-то правила, ограничения, в том числе и для религиозных объединений. И это вполне нормально, в этом ничего страшного нет, мы еще с вами чуть позже к этому вернемся. Поэтому во внешнем плане, конечно, эта свобода, она, когда речь идет о внешнем выражении, она подлежит ограничению. Но есть определенные правила, как эти ограничения могут применяться, на каких условиях. Первое – это то, что ограничения должны быть установлены законом. Это, кстати, тоже говорится в статье 18 закона о Международного пакта о гражданских и политических правах. Установленный законом, здесь есть небольшая такая проблема, потому что, когда мы читаем, что они установлены законом, мы имеем в виду, что это действительно только акты, которые приняты высшим представительным органом, законодательным органом нашей страны, ну, в данном случае парламентом. Да. Есть такая точка зрения, что законы – это не только то, что принимается парламентом, а то, что и принимается там, правительством, президентами в каждой стране по-разному. То есть самое главное, чтобы это было не в форме какого-то индивидуального предписания, а главное, чтобы это было на таком нормативном уровне, то есть чтобы это выглядело как норма права. А где уже и как эта норма права устанавливается, в законах или в указах президента, здесь у каждой страны свой подход. Вот. Но у нас доминирует пока такой узкий подход, он и в Конституции в нашей также прослеживается, что речь идет о ограничениях, установленных только законом, то есть актами, которые приняты парламентом. Вторая важная позиция – ограничения должны быть необходимы. Собственно, вот есть такие, внизу вы видите сиракузские принципы толкования ограничения отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах. С ошибкой написано, там должно быть МПГПП, да? Ну, неважно. Они как раз разъясняют очень подробно, что такое необходимость. Да? То есть смысл в том, что это должны быть какие-то крайние меры. Вот в уголовном праве есть такой термин, что можно
делать какие-то, допускается нарушения в условиях крайней необходимости, за это не будет ответственности. То есть тогда, когда речь идет о каких-то исключительных случаях, вот здесь, конечно, мы с уголовным правом такую тесную связь не проводим, но смысл примерно такой, что это должно быть исключение, это должно, не должно быть правилом. Более того, есть некие цели, для которых эти ограничения могут применяться. Вы видите их, это охрана общественной безопасности, охрана порядка, охрана здоровья, морали и основных прав и свобод других лиц. И вот в этих сингапурских принципах разъясняется, ну, примерно, что понимать под общественной безопасностью, что понимать под общественным порядком, что под здоровьем и моралью и основными правами и свободами других лиц. Ну и третья очень важная позиция, что ограничения не должны быть дискриминационными. То есть не должны выделять одно религиозное объединение или верующих, ставить их в одно положение и других другое, что применять ограничения к одним и не применять их к другим. То есть все это может быть признано нарушением вот этого допустимых ограничений свободы религии. И, собственно, отдельно, опять-таки, в этих сиракузских принципах, в очень важном документе устанавливается, что понимать под необходимостью ограничений, что предусмотрено соответствующей статьей МГПП, то есть в каждой статье говорится о том, в каких целях допускаются ограничения. Ограничение отвечает насущной потребности государства или общества. Это серьезная проблема, не то чтобы серьезная, она и серьезная, одновременно знакомая проблема, так называемые неопределенные правовые понятия, да, потому что что считать насущной потребностью государства или общества, это очень такая размытая формулировка. Поэтому в конкретной практике, в судебной практике, в управленческой практике анализируется большое количество моментов, которые будут признавать или не признавать, в данном случае была насущная потребность государства или общества. То есть этого не надо бояться, это нормальная такая проблема, которая решается путем вот анализа, сопоставления, выяснения очень большого количества обстоятельств. Далее, ограничения преследуют законные цели, те, которые чуть выше мы с вами уже назвали, то есть это охрана прав и свобод других лиц, общественного порядка и так далее. Ну и, наконец, соразмерность, да, то есть ограничения должны быть соразмерные. Это очень важный момент, который анализируется очень часто в решениях Комитета по правам человека, насколько соразмерны были ограничения. Могло ли государство применить более мягкую меру, более мягкий вариант воздействия на, в данном случае, деятельность верующих или религиозных объединений. Поэтому, еще раз, ограничения, конечно, есть, нельзя говорить, что их нет, что это свобода абсолютно, но одновременно есть, вы видите, очень много условий, когда эти ограничения применяются, могут применяться. Вот, и, ну, раз мы допускаем, что свобода не безбрежна, свобода не абсолютна, что она может регулироваться, тогда возникает закономерный вопрос о регуляторах. Что за регуляторы? В данном случае есть, и вы видите, что их много. Первая часть у нас посвящена международным правовым аспектам, поэтому начинаем с них. Это универсальные международные правовые акты, Всеобщая декларация прав человека, знакомый вам международный пакт, всем менее знакомый декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений, замечание общего порядка, что когда речь идет об определениях, о понятиях, что вот это вот замечание общего порядка, оно говорит о том, что право свободы мысли, совести везде широким является. Оно не связано только с вопросами религии, оно связано со всеми воззрениями, со всеми убеждениями человека. Оно защищает так же, как религиозные, так и нетеистические, атеистические убеждения. Право не исповедовать никакой религии или убеждений. И понятие убеждений и религия следует толковать широко. Это, кстати, имело некий отголосок совсем недавно, когда у нас принимали закон, поправки пытались принять закон в 2018 году в действующий закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях,
одна из посылок для этих изменений была, что ну, сколько можно защищать интересы верующих и заботиться только об их правах. Да? У нас есть атеистическая часть населения, и их права тоже надо защищать. И некоторые поправки были направлены и объяснялись как раз этим. Вот. Но, конечно, никто не отрицает, что у нас есть люди с атеистическими убеждениями или просто с нерелигиозными убеждениями. Но проблема в том, что когда речь идет об ограничениях, то, конечно, большей частью страдают не они, а страдают те, кто имеет религиозные убеждения. Ну, или страдают, или претерпевают какие-то неудобства, обременения и так далее. Поэтому при всем при том, что защищать надо всех, но, конечно, актуальность проблемы показывает то, что когда мы говорим о регулировании, мы имеем в виду прежде всего верующих и религиозные объединения. В универсальных международных правовых актах это все, что для всех, да, для всего мира. В разных регионах мира есть различные свои конвенции, документы о защите прав человека. Вы видите, они перечислены. Даже в исламе, последний пример, Каирская декларация о правах человека в исламе, даже такая есть, да, но там, конечно, она сама по себе очень интересный документ. Если вы прочитаете там преамбулу, введение, то увидите, что на первом месте все равно стоят интересы ислама, да. Ну, надо понимать, что в этой религии отношение к праву, к государству, к организации общества совершенно иное. И это, конечно, сказывается и на вопросах, в том числе вот, вопросах прав человека. Хотя сам по себе очень символична Каирская декларация о правах человека в исламе. Если говорить ближе к нам, поскольку мы являемся участником вот этой организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть целый ряд документов, которые также вспоминаются, когда анализируются действия государств, когда анализируется состояние с религиозными свободами в той или иной стране. Особое, конечно, внимание я хотел бы специально обратить на итоговый документ Венской встречи представителей государств, участников СФБСЕ. Раньше так эта организация называлась, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Почему это важно и почему я специально на этом останавливаюсь? Потому что многие международно-правовые документы, региональные, универсальные, они, ну, если говорить современным языком, они заточены все-таки на права верующих, то есть индивидов. Конечно, в конкретной практике говорят, что эти права могут проявляться и через деятельность религиозных объединений, но тем не менее текст актов, он все-таки больше применим к гражданам, то есть физическим лицам, к иностранным гражданам, лицам без гражданства и так далее. Вот итоговый документ Венской встречи – это один из немногих документов, который специально акцентирует свое внимание на интересах религиозных объединений. То есть, видите, что обязаны государства-участники, среди прочего, предоставлять по их просьбе статус, предусмотренный для них в соответствующих странах. Вот вам проблема, о которой чуть позже мы с вами будем говорить поподробнее, обязательной регистрации юридических лиц. Разрешать религиозным культам, учреждениям производить, импортировать, распространять религиозные материалы. Тоже речь идет об организациях, вы видите, а не о гражданах. Государства-участники будут, среди прочего, уважать право создавать доступные места для богослужения, организовываться. Очень важный момент, потому что есть такое понятие религиозной автономии или в западноевропейской традиции это называется церковная автономия, когда государство должно признавать, что такие структуры, такие субъекты права, как религиозные объединения, они имеют право создавать свои собственные системы управления. Я могу привести вам пример, ну, чтобы немножко разбавить нашу лекцию, что когда католические организации пытались зарегистрироваться в Казахстане, то у них не получилось с первого раза. Им сказали, что вы должны привести свои уставы и документы в соответствии с законом о некоммерческих организациях, который был принят в Казахстане в 2001 году. На что представители католической церкви сказали, что мы все понимаем, мы уважаем казахстанское законодательство, но
У нас есть свой канонический кодекс, который действует уже несколько веков, и там у нас несколько иначе организуются религиозные структуры. Как бы мы ни хотели, мы не можем подстроиться под требования казахстанского законодательства. Органы юстиции, понятно, стояли на своем, потому что они не могут отступить от этого. Ну, если бы, конечно, нормы международного права у нас имели большее применение и пронизывали всю деятельность государственной администрации, может быть, нашли решение какое-то. Но на тот момент решение было просто отказать в регистрации. И в итоге, после нескольких еще попыток, католические организации, они вспомнили и прибегли к такому инструменту, как конкордат. Это договор между Ватиканом и государством, очень популярный инструмент во многих странах мира, там, где есть католические организации, он заключается между церковью и государством, в котором написано, помимо различных других положений, написано, что они имеют право создавать приходы, общины так, как написано у них в каноническом кодексе. То есть государство не вмешивается в эти вопросы. И, соответственно, католические организации действительно были таким образом зарегистрированы. Но в данном случае их прикрыл вот этот договор, который имеет статус международного договора, ратифицированный договор. Если любая другая организация обратится с просьбой о регистрации и покажет, посмотрите на экран свою собственную иерархическую, трудное слово, структуру, то понятно, что ей откажут. И были примеры других религиозных объединений, которые не попадают вот эти вот в рамки закона о некоммерческих организациях, им пришлось, ну, в кавычках, идти на некий обман, то есть они подстроились под требования законодательства, хотя, по сути, у них управление совсем по-другому осуществляется. А органы юстиции, они признали этот обман, чтобы завтра не быть обвиненным там, другими государственными органами, почему вы нарушили закон и их зарегистрировали. Это пример того, что на самом деле, если бы вспомнить о вот этих международных обязательствах, можно было сказать о том, что государство должно предоставлять возможность организовываться в соответствии со своей собственной, ну, скажем, проще управленческой структурой. Вот. Это пример, как можно применять вот международно-правовые инструменты. Кроме того, в рамках ОБСЕ разрабатываются различные документы, обзоры, рекомендации, которые также учитываются при анализе законодательства, при формировании каких-то выводов, рекомендаций правительствам. Да, вот буквально на днях у наших соседей в Узбекистане, вы знаете, готовится новая редакция закона о религиозных объединениях, и очень активно в Узбекистане привлекали как раз различных международных экспертов, в том числе есть такой консультативный совет в ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений. И они делали анализ узбекского законодательства, этих поправок, вот пришли к выводу, что какие-то попытки изменить есть ситуацию, но есть очень принципиальные все равно противоречия с международными обязательствами. И вот в таких, это достаточно большой анализ, многостраничный, там солидные эксперты участвуют. И делается очень часто ссылка на вот такие документы, которые вы сейчас видите на экране, очень важные документы. Особенно там, где источником права признаются не только законы, да, а и доктрины, и правовые принципы, и международные договоры и так далее. Вот самый последний, который был принят в прошлом году, в 2019 году. По-моему, есть уже версия на русском языке. Вопросы сочетания свободы религии, убеждений и вопросов безопасности руководства. То, что слева, это то, как определять правосубъектность, как регистрировать религиозное объединение, когда какие требования соответствуют международным обязательствам, какие требования не соответствуют международным. Поэтому это, повторяю, очень важные документы. Вот. Ну и последнее, конечно, о чем нельзя сказать, нельзя не упомянуть, это решение различных судебных и иных органов.
решение Европейского суда по правам человека, решение Комитета по правам человека ООН. Ну, понятно, что первые к нам не относятся, мы не являемся участником Европейской конвенции. Да, вот, но тем не менее, опять, если мы говорим об анализе ситуации в той или иной стране, которая делает международные организации, то решение Европейского суда уже накоплена достаточно серьезная практика по самым различным вопросам, связанным и с регистрацией религиозных объединений, с миссионерской деятельностью, с распространением литературы и со многими другими аспектами, отношениями титульных и нетитульных организаций. Они вкладываются и анализируются, и постоянно упоминаются. Поэтому это очень такая важная часть. И, кстати, у нас тоже в Казахстане нет-нет встречаешь и в работах, и в объяснениях, и даже когда речь идет о подготовке нормативно-правовых актах, о решениях Европейского суда по правам человека вспоминают. Ну, а решение Комитета по правам человека ООН более близкая к нам вещь, и у нас есть два дела, которые непосредственно касаются вопросов свободы религии. Чуть позже, в самом конце сегодняшней лекции, я о них подробно поговорим. Подробно поговорим с вами. Вот. И их гораздо больше на самом деле обращений в Комитет по правам человека, но решений пока всего два. Есть проблема с их имплементацией, как раз то, чем занимается сегодня общественное объединение Кадыр Касиет. Есть некие рейтинги, вы, наверное, слышали, разные организации эти рейтинги составляют, показывают. Ну, самый известный – это тот, кто проводит специальная комиссия по религиозным свободам Госдепартамента США. Каждый год они публикуют эти списки, и вот 5 получились все-таки. Хорошо. За державу не так обидно. Так вот, эти списки, они, казалось бы, можно отмахнуться, да? Ну, составляет там какая-то комиссия в каком-то Госдепартаменте США. На самом деле это… Эти списки имеют свой выхлоп и выгод, да, и свой выход. Почему? Потому что они влияют на отношения между государствами, они влияют на инвестиции, они влияют на отношения между лидерами религиозных государств и так далее. Да? И поэтому государство пытается, ну, если говорить о Казахстане, там всего три списка. Первый – это самые ужасные, где постоянно нарушаются религиозные свободы в самых различных формах, да, там всего несколько государств находится. Вторая – это такая промежуточная группа, где признается, что достаточно на систематической основе происходит нарушение религиозных прав. Ну и третья группа, в которой большинство государств находится, это то, что… где считается, что ситуация с религиозными свободами более-менее нормальная. Вот. Мы, Казахстан, находимся во второй группе, вот, и сейчас пытаемся перепрыгнуть в первую группу, в самую, да. Ну, я вам приведу один пример, опять-таки, от наших соседей из Узбекистана, когда один очень крупный инвестор пытался организовать там свое производство, то одним из условий было соблюдение прав и свобод некоторых религиозных групп, я не буду называть каких, потому что не так важно. Важно то, что уважение религиозных прав, уважение религиозных свобод, оно ставится как одно из условий для инвестиций. И поэтому, кстати, Узбекистан начал принимать очень серьезные усилия для того, чтобы из самой ужасной, из третьей группы перепрыгнуть в группу вторую. Поэтому они начали свои попытки изменения законодательства, либерализации отношений, регистрации религиозных групп, которые раньше не регистрировали и так далее. Конечно, все это сложные, противоречивые, непростые процессы. Не все так гладко, и они стоят насмерть в отношении некоторых институтов, как, например, обязательная регистрация юридических лиц или там миссионеров. Но, тем не менее, какие-то подвижки есть, и подвижки эти благодаря тому, что, вот, в том числе благодаря тому, что есть такие вот списки. Хорошо, мы тогда с вами переходим к второй части нашей лекции. Это часть, связанная уже с Казахстаном, с нашей страной. И Конституция Республики Казахстан, статья 22, каждый имеет право на свободу совести. То есть все-таки мы используем терминологию, которая сложилась в советский период, что свобода совести.
Понятно, что прочитайте любой комментарий Конституции, прочитайте решение. У нас есть два решения Конституционного совета, которые говорят об этих вопросах. Конечно, там под свободой совести понимается свобода религии, свобода вероисповедания. Есть такой достаточно устоявшийся подход, что свобода совести – это очень широкое понятие, которое включает в себя а. свободу вероисповедания, то есть свободу верить, и б. свободу не верить. То есть свобода совести – более широкое понятие, чем свобода вероисповедания. Вот. Но в Конституции вы больше ничего не найдете. Единственное там еще есть, что свобода совести не может ограничивать исполнение обязанностей перед государством. В самом конце мы к этому вопросу вернемся. Но все, вот, пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять всего слов. А есть в законе 2011 года, о котором мы еще будем говорить, закон о деятельности и религиозных объединениях, некая такая расшифровка, что в казахстанском понимании понимается под свободой совести. Вы видите, это право придерживаться религиозных убеждений или иных убеждений, распространять убеждения, участвовать в деятельности религиозных объединений, заниматься миссионерской деятельностью. То есть, если вы соотнесете это с тем, что мы говорили вот до недавнего времени, с международно-правовыми подходами, с международно-правовым пониманием, то вы увидите, что у нас достаточно узкий подход. Но это не означает, что при оценке наших процессов, при оценке действий государства, при оценке привлечения к ответственности, использовании других каких-то регулятивных моментов, инструментов, нам не вспомнят в том, что свободу совести и религии надо понимать гораздо более шире, чем так, как закреплено в казахстанском законодательстве. И, кстати, на самом деле это уже есть даже вот в решениях, имеющихся решениях Комитета по правам человека. Кстати, если говорить о том, что каждый имеет право на свободу совести, то мы сегодня уже вспоминали с вами советский период, такое же право было закреплено и в советских конституциях, да. Но понятно, что это не мешало советскому государству просто-напросто на камне на этой свободе, да. Посмотрите, я вам только два выражения советских руководителей привел в качестве иллюстрации. Как вы понимаете, что о какой свободе совести можно говорить при таком отношении, да, политических лидеров? Хотя все советские институции, они так или иначе говорили об этих вопросах. В этом году обещал показать всем последнего попа. Ну, вот уже 2020 год, а Никиты Сергеевича давно нет уже. Религиозные объединения как были, существуют, и религиозные служители существуют, никуда они не делись. Да? Это подтверждение того факта, что это очень устойчивая система с правилами поведения, со своими управленческими структурами. Кстати, у нас часто не учитывается, когда речь идет религии можно подходить так же, как и к сельскому хозяйству или к машиностроению. Вот. Но возвращаясь к нашей Конституции, есть у нас статья 22, вторая основная, но нельзя сказать, что Конституция вообще больше не упоминает вопросы религии. Есть у нас упоминания, вы видите, в республике не допускается деятельность партии на религиозной основе. Мы еще будем говорить чуть ниже о принципе отделения религиозных объединений от государства. И немножко странное для меня положение, что деятельность иностранных религиозных объединений, а также назначение иностранными центрами руководителей осуществляется по согласованию с соответствующими государственными органами. Но странное почему? Во-первых, потому что это говорит о неком вмешательстве государства в дела религиозных объединений. Как кому назначать руководителей, они должны решать сами. Да? Это не дело государства. А во-вторых, с точки зрения уже более юридических вопросов, я не очень понимаю, что делает эта норма в Конституции. В Конституции Республики Казахстан, если уж так надо, никак без этого согласования не обойтись, то надо это закреплять в, не знаю, в законе о религиозной деятельности, больше я даже не знаю, где это можно закрепить.
Вот. Но такое есть, и причем, как ни странно, у нас Конституцию писали, вы знаете, 95-го года, сейчас много авторов этой Конституции себя, много людей называют себя авторами, но многие уважаемые мной юристы участвовали в этом, причем юристы с таким вот правозащитным правосознанием. Тем не менее, как пропустили эту норму, я не очень понимаю. Есть еще позиции, которые вы видите, каждый вправе определять, указывать свою религиозную принадлежность, и никто не может подвергаться какой-либо дискриминации. Но если вторая такая более общая и важная позиция, то первая, она имеет выход на практике. Почему? Потому что сегодня часто запрашивают у религиозных объединений самую различную информацию. Там, сколько членов, сколько несовершеннолетних, по национальности укажите, кто ходит в вашу религию. Там иногда просят членов семьи указывать. Я видел эти запросы из государственных органов. Так вот, все эти запросы можно просто-напросто отбивать вот на этом основании, что есть конституционное положение о том, что человек в принципе может не говорить, что он является членом какого-то религиозного объединения. Конечно, это не сработает при регистрационных процедурах, когда надо зарегистрировать религиозное объединение, но во многих других случаях человек вправе хранить тайну о своей религиозной принадлежности. Вот это конституционное правило, которое, повторяю, имеет выход на практике. Вот. Но возвращаемся к тому, что с религиозными объединениями разобраться не удалось, как не хотели советские руководители. И ситуация, конечно, кардинально изменилась после распада Советского Союза, совершенно другое отношение. Религия – это теперь не нечто пугающее, страшное, с чем надо бороться, чему надо объявлять войну, а это некая ценность. Верующие, не изгои, какими они были в советское время, не могли устроиться на работу, не могли поступить в вузы. И даже представителям государственных органов, которые боролись с религией, там, уполномоченные Совета по делам религии были такие, такая должность, они вынуждены были вмешиваться, потому что уровень администрирования, ну, был просто зашкаливал в то время. Этих красных флажков, куда можно было ступить, куда нельзя было, да. Вот. Сейчас нет, сейчас после распада Советского Союза, повторяю, все стало немножко по-другому. Конечно, не все так просто, наследие советских подходов до сих пор, я считаю, сохраняется и в законодательстве, и в правоприменительной практике. Вот. Ну, тем не менее, давайте по порядку пойдем, что у нас происходило в этой сфере. 92-й год, первый закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Закон, который был основан на законе еще Союза СССР, принятый в 90-м году о свободе совести и религиозных объединений. Закон, который, ну, был диковинный для нашей страны, впрочем, как и для всех других постсоветских стран, потому что никаких прав еще лет 10 назад до этого не было, нельзя было говорить о юридической личности, нельзя было говорить о собственности религиозных объединений. Откройте учебник, если вы откроете учебник по гражданскому праву, увидите там всех, даже кооперативы, даже там какие-то колхозные организации. Но о религиозных объединениях не говорилось ни слова, потому что они просто были вне правового поля, они были исключены. Этот закон, он вводит их в правовое поле, они, он говорит, что они такие же юридические лица, что они могут владеть собственностью, что они могут принимать на работу граждан. В советское время даже на работу нельзя было принять религиозному объединению человека, и если все-таки такой нужен был, ну, например, сторож, да, то договор трудовой заключался с ним не само религиозное объединение, а был такой профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства, и то он этим занимался. Вот до чего доходило. Сегодня это странно выглядит, но в то время это было нормально. Да. Были, конечно, всякие подзаконные акты, они были секретные, они были закрытые для служебного пользования, где были сплошные инструкции. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вот эти вообще запрещены. Был список запрещенных организаций, ну, такой же, как примерно сейчас, только запрещались другие структуры. Вот. Но ладно, не будем о грустном. В 92-м году все поменялось, и с этого начались совершенно другие процессы. Но они тоже были непростые. Вот либерализация, огромное количество зарегистрировалось новых религиозных объединений, в том числе многие из них вышли из подполья. Но где-то с середины 90-х годов у нас в риторике и государственных органов, и
экспертов стало говориться об угрозах терроризма и экстремизма, что они для Казахстана актуальны, что надо что-то делать, что законодательство слишком либеральное, что мы отпустили эту сферу. Вот. Поэтому сегодня, когда на различных конференциях и встречах в государственных органах мне опять говорят о угрозах терроризма и экстремизма, мне приходится напоминать, что это не есть какая-то новость, какое-то явление, которое возникло вчера или позавчера. Это вот середина 90-х годов об этом говорится, и все это прекрасно отслеживается. Но, тем не менее, стали приниматься определенные решения. Вы видите, в 2004 году возвращается институт обязательной регистрации. Получается, что около 15 лет мы жили без обязательной регистрации. Ну, я не скажу, что были какие-то серьезные проблемы. В 2005 году возвращается институт обязательной регистрации миссионеров, появляется религиоведческая экспертиза, которая сегодня, ну, в некоторой части доведена до абсурда, и мы тоже будем об этом говорить. Ну и, наконец, создается специальный орган по делам религии. Казахстан был последним из центральноазиатских государств, в котором такой орган отсутствовал. Ну, то есть считалось, что он не нужен, либо существовали какие-то подразделения при местных исполнительных органах, существовали подразделения там когда-то в администрации президента, потом в Министерстве юстиции, потом в различных министерствах, которые занимались культурой и так далее, но не было отдельного такого административного бюрократического органа. И вот в 2005 году этот орган создается. Ситуация все больше нагнетается, если можно так сказать. Делаются попытки принятия новых законодательных актов, которые, ну, прямо скажем, были направлены не на развитие религиозных свобод, а наоборот на сдерживание. Да. Дело доходило до Конституционного совета, который признавал такие поправки не противоречащими Конституции. Потом ситуация немножко затихла в связи с тем, что Казахстан стал председателем ОБСЕ, и этот вопрос не стал подниматься. Но после председательства не так долго времени прошло, как в 2011 году принимается новый закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Я считаю, что на данный момент, в данных условиях, закон действительно, наверное, нужен. В идеале, конечно, этот закон не нужен. Почему? Потому что, ну, по большому счету, что он решает, да? Если речь идет о правовом регулировании деятельности религиозных объединений, у нас есть куча других законов. Надо зарегистрироваться, пожалуйста, Гражданский кодекс Республики Казахстан. Получают они деньги от кого-то, есть финансовая поддержка, значит, неплохо бы наплатить налоги. Согласен, налоги надо платить, но не так важно, получает ли как религиозное объединение, или как просто гражданин, или как группа граждан. Просто должен быть механизм уплаты этих налогов. Принимает на работу граждан, но есть трудовой кодекс. Совершает различные правонарушения, есть кодекс об этом правонарушениях, есть уголовный кодекс. Участвует в каких-то там социальных проектах, программах. Сегодня это достаточно ограничено для религиозных объединений, но тем не менее, да, есть соответствующие там законы о государственном социальном заказе и так далее. То есть зачем нужен этот закон, если они такие же участники правовых отношений, как и все остальные, и зачем их специально выделять? Кстати, такие законы – это не есть популярный инструмент регулирования. Вы можете посмотреть опыт многих стран, и они обходятся без специальных законов. Но, с другой стороны, я понимаю, что мы живем в конкретной стране, в конкретных исторических условиях, с конкретным правовым сознанием и правовой культурой. И, соответственно, я вам только что приводил пример, да, что можно было зарегистрировать религиозное объединение, ссылаясь на международные обязательства. Но вы понимаете, что это выглядит немножко так фантастически в наших условиях. Поэтому, конечно, к большому сожалению, еще и государственным служащим, и нам всем надо учиться учитывать эти международные обязательства, основывать на них свои решения, понимать принципы международного права. Потому что я забыл сказать, когда говорил о международно-правовом всех аспектах регулирования, что некоторые из этих инструментов, они обязывающие, да, как международный пакт о гражданских политических правах. Некоторые это представляют собой, как говорят, мягкое право, да, то есть не такой жесткий инструмент воздействия.
очень популярное мнение среди людей, кто занимается этой тематикой, что вообще международное право – это право принципов. Но, к сожалению, в нашей правовой культуре это право принципов пока не очень, не только международных принципов, а вообще принципов не очень воспринимается. Это можно и по многим другим ситуациям проследить. Вот. Поэтому в таких условиях, конечно, лучше, чтобы была какая-то статья, лучше, чтобы был какой-нибудь закон, на который можно ссылаться, в том числе при решении проблем с конкретным государственным служащим. Я знаю, что я говорил об этом с представителями религиозных объединений, и, как ни странно, они тоже мне в большинстве отвечали, что оно без закона никуда. Они говорили, пусть плохой закон, пусть закон некачественный, пусть закон с проблемами, но пусть он будет. Потому что нам с чиновниками говорить гораздо проще, когда есть какой-то текст, а не когда идет просто апеллирование к там, статье 22 Конституции или к Международному пакту о гражданских и политических правах. То есть так общаться гораздо сложнее. Поэтому в идеале, конечно, особой необходимости в этой законе нет. Но в конкретной исторической ситуации, в которой мы сейчас находимся, в конкретном правовом окружении, наверное, этот закон нужен. Вот. Ну, давайте тогда посмотрим, что же там в этом законе такого интересного, что он понадобился в нашей стране. Ну, я вот выделил основные позиции. Пожалуй, один из самых главных – это принципы государственных социальных отношений и государственной политики в сфере религии. Это статья 3 закона. Она, по большому счету, определяет отношение государства к религиозным процессам, к религиозным объединениям. Вы знаете, что у нас помимо закона есть еще такой документ, часто как концепцию, до недавнего времени была концепция государственной политики. И я знаю, что обсуждался вопрос, она закончилась в 2020 году, срок ее действия, и обсуждался вопрос, нужна ли эта концепция снова. Я, например, считаю, что нет необходимости, потому что есть статья в законе о принципах государственных социальных отношений и государственной политики. Концепция, она просто там детализирует, уточняет некоторые позиции, но самое главное, что закон существует. Есть компетенция государственных органов, но это не так интересно, это вопросы технические, кто что разрешает, кто что согласовывает и так далее. Конечно, для религиозных объединений очень важен это вопрос регулирования религиозной деятельности, как относится к проведению богослужений, как миссионерская деятельность, распространение религиозной литературы. То есть еще одна из особенностей, которую в наших условиях вряд ли можно где-либо прописать, ни в гражданском, ни в трудовом кодексе, а только вот в специальном законе, это как регулировать религиозную деятельность. Но опять-таки как-то же обходится без этого пунктика в правовой системе других стран. Правовой статус религиозных объединений, какие они, что надо для их регистрации, потому что в данном случае они принципиально отличаются от других юридических лиц. Вот, мы тоже сейчас будем чуть попозже об этом говорить. Плюс понятийный аппарат, он не такой большой, там всего 5 позиций, и характерные для наших законов отсылочные нормы, что ответственность за нарушение законодательства в сфере религиозной деятельности, религиозных объединений наступает в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Принципы отделения религиозных объединений от государства. Есть такой принцип, видите все на экране. На самом деле, конечно, надо понимать, что это некий такой идеал, это не абсолютный принцип, и никто ни от кого на самом деле не отделен. Почему? Потому что, когда речь идет о правовом воздействии со стороны государства, то никакой принцип отделения действовать не будет. В том примере, когда санитарный врач приходит в мечеть или в приход и начинает предъявлять санитарные требования, конечно, никто не может сказать, что мы отделены, поэтому уходите отсюда, вам не позволено. Вот. Смысл вообще этого принципа, он состоит скорее в том, что религиозное объединение запрещается заниматься политической деятельностью, каким-то образом вмешиваться в политику. Государство ограничивает эту сферу, опять-таки это история человечества, история развития различных стран, да, вот почему сегодня говорят о том, что часто мы приводим в пример французский опыт, именно там вот этот принцип отделения очень жестко был сформулирован, потому что государство боролось с влиянием католической церкви и пыталось отделить ее от всех этих политически значимых процессов.
отсюда этот принцип пошел, потом пошел в законодательство разных других стран. Вот. Но это не значит о том, что вот это отделение, оно такое очень жесткое. И да, с точки зрения политики нет, но с точки зрения каких-то других вопросов, почему государство не может взаимодействовать с религиозными объединениями. В рамках этого принципа есть свои положения, касающиеся того, чего не могут делать религиозные объединения. То есть они, видите, не могут выполнять функции госорганов, не вмешиваться в их деятельность, не участвовать в деятельности политических партий, но и немножко, на мой взгляд, не относящиеся к этому принципу требования соблюдать законодательство Республики Казахстан. Вот. Тоже понятно, что в отличие, скажем, от других государств религиозным объединением, никто не передаст функции регистрации актов гражданского состояния, да, там, браков или регистрации смертей, что вполне нормально в некоторых правовых порядках. Но с другой стороны, религиозные объединения могут помогать государству в выполнении различных функций, там, образовательной, социальной, в сфере здравоохранения и так далее. У них огромный потенциал, который часто не задействуется. Даже, опять-таки, в условиях вот сегодняшнего нашего карантина, я считаю, что можно было более активно подключать религиозные объединения к решению многочисленных проблем. Поэтому этот принцип, он для нас стандартен, мы к нему привыкли. Иногда, кстати, в Конституции 93 года он даже был закреплен в этой Конституции, в 95 году от него отказались. Вот. Но надо понимать условность этого принципа. То есть, как я сказал, на мой взгляд, это мое мнение, конечно, что главная его суть в том, что религиозные мнения не вмешиваются в политику. И есть очень важный вопрос, который влияет на отношения между государством и религиозным мнением. Это модели, типологии государств, в отличие, в зависимости от отношений, которые складываются с религиозными мнениями. Эта типология только такой скол со многих других существует. Существует огромное количество других типологий. Вообще ученые любят ими заниматься. Вот. Но почему я об этом сказал? Потому что мы очень любим использовать зарубежный опыт. Да? Мы ссылаемся на, там, на Великобританию, мы ссылаемся на Грецию, ссылаемся на страны исламского мира. Вот. Но надо понимать, что все государства находятся в какой-то одной, в какой-то своей модели. Да? Поэтому брать пример с Финляндии, где существуют две государственных церквей, православная и католическая, не совсем удобно, не совсем правильно. Брать пример с ФРГ, где существует принцип такой, ну, нейтральный, это условный принцип, а есть такая очень интересная модель, называется модель кооперации, когда считается, что у государства есть своя сфера, куда религиозные мнения не могут вмешиваться, оборона, безопасность, налоги, чрезвычайные ситуации и так далее. Есть у религиозной сферы вмешиваться отправление религиозных обрядов, воспитание, религиозное образование и так далее. Но, тем не менее, они могут совместно работать в самых различных сферах, в том же самом образовании, в том воспитании. Вот. Поэтому очень часто характер отношений он определяется тем, в какой группе находится то или иное государство. Если это принцип отделения, то понятно, что здесь все достаточно жестко. Хотя тоже принцип отделения, он по-разному проявляется в разных странах. Франция – жесткое отделение. США, там немножко он по-другому. Да? Те люди, которые когда-то убегали в США с Европы, это были люди, которые преследовались в том числе за религиозные убеждения. И когда строилось американское государство, один из принципов был такой, что государство не должно вмешиваться в вопросы религии. Если оно вмешивается, то это вмешательство должно быть очень ограниченным. И они построили такую wall of separation, стену отделения. И кусочки этой стены до сих пор разбираются там в судах. Можно ли поставить рождественскую елку на территории государственного учебного заведения? Что там с преподаванием теории эволюции в школах? И огромное количество судебных споров. И смысл в том, что не как во Франции. Во Франции смысл в том, что контролировать религиозное объединение. А в США смысл в том, что действительно разделить эти две сферы, государства и религиозные структуры.
Вот. У нас свое понимание, ну, сейчас не будем на нем останавливаться, если время будет, еще обсудим. Еще один принцип – это принцип равноправия. Вы видите, есть некие такие… знакомые положения, связанные с тем, что независимо от отношения к религии, что нет у нас государственной обязательной религии, но на различных мероприятиях, конечно, возникает этот вопрос. Даже я вот был в рабочей группе в парламенте пару лет назад, там даже депутаты поднимали этот вопрос, связанный с преамбулой казахстанского закона, где написано, что гарантируется равноправие каждого, но тем не менее признается историческая роль ислама ханафитского направления, православного христианства, развития культуры, духовной жизни народа, ну и так далее. Есть уважение других религий. Когда я увидел преамбулу, я подумал, а что делать религиям, которые не сочетаются с духовным наследием? В чем их вина? Ну так вот получилось, что не сочетаются они. Но это ладно. Так вот, что с этими определениями, с выведением ислама и православного христианства? Вот. На самом деле, я не вижу что-то такого уж слишком опасного, слишком страшного. Это такие вещи в законодательстве многих стран присутствуют, в зависимости опять-таки от религиозной традиции, религиозной культуры, выделяют эти вещи, да? Другое дело, что здесь очень много зависит, на мой взгляд, от того, насколько сама религия проникает в общество. Да? Это вполне нормально там, где общество сильное, религиозное, и, на мой взгляд, выглядит не очень удачно, когда общество не сильно религиозное. По имеющимся сегодня оценкам социологическим, в Казахстане порядка 10-20% являются практикующими верующими. Да? Поэтому, насколько это важно иметь в преамбуле казахстанского закона, закона светского государства, где каких-то серьезных угроз светскости нет, я не знаю. Но, с другой стороны, важно даже не эти положения, а важно то, что, чтобы религиозное объединение, чтобы это не влияло на привилегии, льготы для одних и проблемы для других. Вот в этом плане... несмотря на наличие таких формулировок, дело не в них, а дело в том, что как в реальной правоприменительной практике и в законодательстве есть ли какие-нибудь исключения, особенности для одних и проблемы для других. И в этом плане, конечно, я могу сказать, и когда обговаривал условия работы, я думал, ну здесь-то у меня проблем не будет. Что-что, а православную общину я должен зарегистрировать без проблем. Вот. Но потом я понял, что ошибся. Мне вставили такие же бюрократические препятствия, такое же нежелание с первого раза зарегистрировать религиозное объединение. Все, я это испытал, несмотря на то, что казалось бы, вроде как... православная, титульная, признаваемая с точки зрения регистрации должно быть легче. Вот оказалось, не все так просто. Вот. Ну и еще один принцип, принцип светского образования. Вы видите, что положений гораздо больше. Но почему их больше? Потому что я их вывел не только из закона о религиозной деятельности, но и из других законов, в частности, там законы об образовании. В некоторых даже подзаконных актах, вы видите, в чем проявляется этот принцип. Ну, если коротко, то, конечно, государство, особенно после 90-х годов, оно очень жестко контролирует образовательную сферу с точки зрения недопущения там всяческого появления религии. Речь идет не только о каком-то организованном обучении, но в принципе, да, любое появление служителя культа – это сразу серьезная проблема. Вы знаете все проблемы, связанные с ношением хиджаба в школе, да, которые, ну, очень серьезная оказалась для
проверки нашего законодательства и правоприменительной практики, потому что здесь столкнулось два права. Право на образование, которое имеет право получать все граждане Республики Казахстан, и право на свободу религиозных убеждений. То есть тех девочек, как правило, которых не пускали в школы, их лишали права на образование. И директора школ основывались на инструкции Министерства образования, в которой написано, что не допускается включение элементов религиозной одежды в школьную форму. Но что делать? Мы с вами только что, когда рассматривали элементы свободы совести, видели, что она включает в себя и на ношение религиозной одежды, религиозных атрибутов. Вот. И какое-то время ситуация была очень острой. Сотни, а то и примерно к тысяче подходил этот в разных регионах Казахстана, это, как правило, запад и юг, где детей не пускали в школу. Вот. И только после того, когда почувствовали, что палку немножко перегнули, стали разрешать какие-то варианты, связанные с дистанционным обучением. Вот. Где-то директора школ были более, скажем так, прогрессивные, да, если можно так сказать. Но это, кстати, проблема не только связанная с исламом. Например, в Восточном Казахстане были такие ситуации, когда есть такая община адвентистов седьмого дня, которые в субботу, одно из правил, они должны ходить в богослужение, и дети должны ходить на богослужение. Ну, вы понимаете, особенно когда в Казахстане была шестидневная неделя, то приходилось делать выбор, и верующие делали выбор не в школу, а в церковь. Вот. И тоже была проблема, но она по-разному решалась. Где-то директора школ насмерть стояли, что вы должны ходить в школу, а кто-то искал более компромиссный вариант с тем, чтобы позволить детям там выполнить какое-то задание, которое они должны были в субботу сделать. Вот. И проблема так или иначе немножко смягчалась. Так что здесь, по большому счету, можно по каждому из этих принципов говорить очень много. Возьмите, у нас есть запрет посещать религиозное объединение при возражении одного из родителей. Получается, что даже не интересы ребенка учитываются, а интересы одного из родителей, которые родители, ну, все мы с вами далеко не идеальны и всякими могут быть, да, поэтому иногда может быть лучше, чтобы ребенка отпустили в религиозное объединение, чем не отпускали. Вот. Возможность преподавания религиозно ориентированных дисциплин в государственных учебных заведениях, вузах, да, когда у нас есть серьезные запреты, связанные с литературой, преподаванием. Одним из примеров абсурдности можно в качестве примера можно привести там мусульманское право. Что это? Это религиозная дисциплина. Но с другой стороны, это очень важный элемент подготовки современных юристов, потому что это одна из популярных наряду с англосаксонской и континентальной системой права. Система права, которая популярна наряду с вот этими двумя, да. Поэтому вопросов очень много, но школа и образование – это традиционно очень конфликтная сфера. Каждый пытается закрепить там свои позиции, государства свои, религиозные объединения свои, с разной степенью успешности. Вот. Теперь второй момент, почему закон так в нашей сфере актуален – это регулирование религиозной деятельности. Да, я выбрал самые такие, ну, знаковые, что ли, вещи, которые наиболее проблемные и наиболее часто встречаются. Ну, где можно совершать обряды богослужения? Вот как говорит закон, он разрешает это только в определенных местах. Вот действительно в данном случае, если закон регулирует эти вопросы, он нужен. Если таких разрешений подход другой, что совершайте богослужение где угодно, только не мешайте другим людям, государственным органам в выполнении их функций, да, то такой закон, в таком законе необходимости нет. Вот, пожалуйста, все это перечислено, и, конечно, религиозным объединениям приходится придерживаться этих правил. Тем не менее, есть судебная практика, когда, например, наказывают за проведение богослужений на квартирах, в частных домах, хотя по закону это разрешено. Главное, чтобы не нарушались права и интересы проживающих лиц. Теперь, что касается запретов, да, где запрещено это делать, в государственных органах, вооруженных силах, в организациях образования –
то, о чем мы с вами только что сказали. Очень непростой вопрос, даже при принятии закона о религиозной деятельности, я скажу, что самая проблемная, самая конфликтная тема – это была как раз запрет совершать богослужения, религиозные обряды в государственных органах. И насколько у нас, вы знаете, что таких уж бурных дискуссий в законопроектной идее, в законотворческой деятельности, ну, редко встречается, но в данном случае была очень бурная дискуссия, потому что ряд депутатов считал, что перебор с таким запретом, ну, получается, что если там в свободное от работы время в здании государственного органа тот же самый депутат решит помолиться, то он нарушает закон. То же самое и с другими организациями, да, то есть индивидуальная молитва, она тоже получается запрещена по вот этим требованиям. Вот. Но, тем не менее, это правило было принято, хотя я так понимаю, что на практике именно с индивидуальными молитвами, индивидуальными обрядами каких-то серьезных проблем нет. Теперь, что касается проведения богослужений за пределами культовых зданий, это можно делать, но при этом надо согласовывать с государственными органами эту деятельность. И в этом очень серьезная проблема. Почему? Потому что есть подзаконные акты, которые говорят о том, что, ну, нельзя проводить, вы не получите разрешение от государственных органов, если здание ваше находится на 300 метров ближе, в радиусе 300 метров будет какое-то учреждение образования, детский сад, школа, интернат и так далее. Раньше это было еще и сюда входили государственные органы, но сейчас остались только организации образования. То есть представьте себе город, где достаточно такая густая сеть образовательных учреждений, потому что садики, школы надо водить людей, да, и попасть вот в эту сеть, чтобы не соблюсти это требование 300 метров, достаточно тяжело. Поэтому и сегодня, слава богу, что этот вопрос сильно не будируется, вот, но большинство религиозных объединений, конечно, они реально на практике не смогут получить это разрешение. И, кстати, это уже имело место в одном из дел Комитета по правам человека, о котором чуть позже мы с вами будем говорить. Миссионерская деятельность. Тоже очень болезненный вопрос. Почему? Потому что если сейчас спросить на улице, как люди относятся к миссионерам, то, наверное, большинство скажет, что плохо относятся, да? Что сидите в церкви, в мечети, не выходите, нечего здесь ходить, распространять свои убеждения. Вот. Но на самом деле право на свободу религии, свободу совести в нашей терминологии, конечно, включает в себя одним из элементов деятельность, направленную на распространение вероучения. Раньше у нас было немножко более широкое определение, не было такого с целью обращения в религии, что позволяло огромное количество участников религиозных церемоний, религиозной деятельности рассматривать в качестве миссионеров. Но сейчас вот внесли такую поправку, стало немножко легче. И, конечно, никто не говорит, что миссионерская деятельность должна быть навязчивой, что она должна быть нарушать права и свободы других граждан, стеснять их, да. Более того, если речь идет о каких-то принудительных мерах, то здесь дело вступает в уголовный кодекс и так далее. Но как таковая деятельность на распространение вероучения – это вполне нормальная и характерная для любого религиозного объединения активности. Вот. Но, тем не менее, с учетом любви нашей к административным инструментам, вы видите, что она разрешена только после прохождения регистрации, в процессе которой проводится религиоведческая экспертиза. И более того, если верующие используют какую-то литературу в процессе миссионерской деятельности, они, конечно, ее используют, то эта литература тоже должна пройти обязательно религиоведческую экспертизу. И с этим тоже у нас есть решение КПЧ, чуть позже об этом. Еще один момент, связанный с религиозной литературой.
Понятно, что есть богослужебные книги, есть какие-то информационные материалы, есть просто предметы религиозного назначения, которые в большей или меньшей степени характерны для любого религиозного объединения. Их надо каким-то образом покупать, возить, распространять и так далее. То есть здесь мы тоже не оставляем религиозные объединения одни, мы говорим, мы устанавливаем, как это можно делать. То есть если речь идет о ввозе предназначенным литературы в одном экземпляре, пожалуйста, завозите. Но если чуть больше, уже возникают некоторые такие административные условия, надо получать разрешение, надо проходить религиоведческую экспертизу и так далее. Вот, пожалуйста, запреты распространять религиозную литературу вне культа. Я иногда захожу в книжные магазины и смотрю на полку, где стоит религиозная литература, и пугаю продавцов. Я их спрашиваю, у вас есть экспертиза? У вас есть разрешение акимата? Они смотрят на меня часто выпученными глазами и не понимают, о чем я говорю. Да? Потому что ну, там действительно стоит очень много литературы, там Блаватской, там что-нибудь из оккультистской литературы, а что-то чисто религиозного назначения. Но по сути все эти продавцы являются нарушителями закона, потому что, чтобы распространять религиозную литературу вне зданий религиозных, необходимо специальное разрешение от местных исполнительных органов. Более того, законы написаны так, что я, когда работаю со студентами, я часто привожу им пример о том, что собрался кто-то на день рождения пойти и решил подарить не что иное, как какой-нибудь священный текст, Коран или Библию. Так вот, с точки зрения нашего закона, это тоже будет криминализованное деяние, потому что это делать нельзя. Потому что это можно делать только в специально отведенных местах. Ну и то, о чем я уже говорил, ввоз, изготовление, выпуск, распространение литературы только с получением положительного заключения религиозной экспертизы. Почему, если вы помните, в самом начале разговора я говорил, что это несколько абсурдные вещи, потому что сегодня дело доходит до того, что буквально любую религиозную символику, издание с религиозной символикой, где только есть там крест или полумесяц или еще что-то, по закону надо нести на экспертизу. Хотя там кроме креста и каких-нибудь там дат, год, месяц, больше ничего нет, да. Но тем не менее, формально это нарушение закона. И, кстати, государственные органы, я вот вам в качестве иллюстрации вообще хотел привести пример. То есть, ну, сейчас стала открыта судебная практика, за что наказывают религиозные объединения или верующих, да. Я вот честно, если до того, как стал анализировать эту практику, я все время думал, что чаще всего наказывают за нарушение миссионерской деятельности, там, за нарушение порядка проведения богослужений и так далее. Но посмотрите, 65% это нарушители, это распространение религиозной литературы. То есть заходят представители государственного органа куда-нибудь в торговый центр в Нур-Султане или в Алматы, идут по отделам, ювелирным отделам, книжным отделам, еще где-либо, и находят, вот, допустим, там какое-нибудь украшение. Это реальный случай из реальной практики. Находят украшение, ювелирное украшение в виде крестика. Да? Пожалуйста, протокол об административном нарушении, и все, и санкция. Вот. И сегодня даже государственные органы стали понимать, что, ну, не делай это, слишком много ресурсов тратится на вот эту вот религиоведческую экспертизу. Поэтому в качестве одного из предложений совершенствования законодательства уже сегодня выдвигается такое положение о том, что если организация зарегистрирована, если она признана государством, значит, это означает, что ну, она законная, поэтому зачем еще лишний раз проверять ее религиозную литературу. И, соответственно, я не знаю, будет ли это введено в закон или не будет, но, может быть, мы получим более вот либеральные правила в этом плане, чем те, которые сейчас, когда безобидный календарь, безобидную листовку какую-нибудь, плакат, да, надо нести на экспертизу. Наверное, как-то по-другому можно занять государственные органы. Вот. Ну и еще, чем отличается наш закон, почему он нужен, потому что, как я уже сказал, религиозные объединения – это самостоятельные отдельные виды юридических лиц,
соответствии с законодательством Республики Казахстан, и гражданским кодексом, и другими актами, со своими особенностями. Это вот определение, которое есть у нас в законе 2011 года. Есть такие, на мой взгляд, проблемные вещи, потому что не всякое религиозное мнение – это добровольное объединение. Иногда они учреждаются каким-то одним лицом, а не в порядке там, инициативы граждан. Не очень понятно, почему религиозное объединение, связанное с духовными потребностями, наверное, правильнее было сказать, с религиозными потребностями. Но институт обязательной регистрации, потому что если вы не зарегистрированы, то формально вы не являетесь религиозным объединением. Ну, плюс свои регистрационные процедуры, и, о которых мы сейчас немножко скажем. Нужна ли обязательная регистрация религиозных объединений? То есть для того, чтобы удовлетворять религиозные потребности коллективам, необходимо ли зарегистрироваться? Или можно обойтись без регистрации? Просто собрались и пошли молиться. Это один из таких знаковых моментов для нашего законодательства. Тот, за который нас постоянно пинают во всех обзорах, во всех отчетах, в оценке, которые применительно к Казахстану, к законодательству и практике нашей. Вот. На самом деле, конечно, это институт, который уже себя изжил. Никаких проблем, на мой взгляд, эта обязательная регистрация не решает. И она абсолютный признак такого вот полицейского государства. Смысл в чем? Что я вам разрешаю, давайте теперь можете собираться и молиться. Я вам не разрешаю, вы собираться и молиться не сможете. Понятно, что разрешает, не разрешает. Если верующие захотят, они все равно будут собираться и молиться. Да? Более того, решение должно зависеть от них. Если им нужен счет в банке, если им необходим какой-то офис, охрана помещения, то есть принимать на работу граждан, вступать в какие-то другие правоотношения от имени в качестве юридического лица, без проблем, они должны идти на регистрацию. А если необходимости в этом нет, то ну, какой смысл заставлять их регистрироваться? И самое главное, что вспоминаем международные правовые пакты, которые говорят о том, что смысл в том, что граждане имеют право совместно исповедовать религию, и для этого государственное разрешение им не надо. То есть, и самое главное, что опыт показывает, что эта регистрация бесполезна. Я говорил, что занимаюсь научными исследованиями, в свое время я изучал, вот вам, пожалуйста, покажу там один из результатов моего изучения. Это советский период, вы видите, да? Какая была статистика по зарегистрированным, незарегистрированным религиозным объединениям? Я вам напомню, что такое Советский Союз. Это Советский Союз – это ситуация, когда вздохнуть нельзя было без государства, когда все учитывались, когда бесконечное привлечение к ответственности, не только к административной, к уголовной, и все равно количество незарегистрированных религиозных объединений было очень высоким, да? А в некоторые годы оно принципиально выше, чем зарегистрированные. Это тогда, в очень полицейском государстве. Сегодня, насколько вообще возможно заставить людей идти на регистрацию, а тем более, что регистрационные процедуры у нас достаточно сложные, да, для религиозных объединений. Вот некоторые слайды, связанные с этим, да, посмотрите, как зарегистрировать бизнес-организацию и религиозное объединение. Даже по перечню документов вы видите, ситуация ну, кардинально отличается. 45 календарных дней – это в идеале. На самом деле, никогда эти 45 календарных дней не соблюдаются, процесс занимает гораздо больше. Вот. Поэтому, конечно, ну, я реалист, я понимаю, что никто сейчас эту обязательную регистрацию не отменит. Видимо, какое-то время она будет существовать, но помнить о ней надо, о том, что от этого рудимента надо уже отказываться. Либо искать компромиссные варианты хотя бы на какой-то период времени. Да, вот у нас до 2010 года был такой институт, назывался учетная регистрация малочисленных религиозных групп, не обладающих правом юридического лица.
ну, не идеальный институт, но тем не менее он позволял решать некоторые проблемы. Не хотят люди идти на регистрацию. У некоторых есть, знаете, такие жесткие религиозные установки, которые говорят о том, что они не могут обращаться к государству за разрешением, и им не надо это разрешение государства. Но тем не менее, даже эти люди были согласны, хорошо, мы поставим в известность Акимат, оповестим их и будем дальше существовать. Вот. Но почему-то вот в этом новом законе 2011 года, ну как новом уже, 10 лет почти действующем, с помпой причем об этом объявлялось везде, отказались от этого института регистрации малочисленных религиозных групп. Хотя, на мой взгляд, это серьезная ошибка, потому что это было очень хорошее такое компромиссное решение. И государство могло удовлетворить свои интересы, раз они хотели знать обо всех и все. И религиозным объединениям не надо было наступать на горло собственной песни, если они по каким-то причинам, там людей не хватало или просто не хотели идти на регистрацию. Они могли существовать, никто их не гонял, никто не привлекал их к ответственности. Вот. Так что это вопрос, вот, кстати, я говорил об Узбекистане, еще раз узбекские политики, те, кто занимается сейчас этим вопросом, они сказали, мы с уважением относимся к советам, рекомендациям международных организаций, но мы ни в коем случае не будем идти по пути отмены обязательной регистрации и миссионеров, регистрации миссионеров, но у них там ситуация еще сложнее, у них в принципе запрещена миссионерская деятельность, у нас она разрешена хоть и при регистрации, но у них еще гораздо сложнее. Вот. Ну тогда смысл совершенствования законодательства я особо не вижу. Вот. Ну и уже почти заканчиваем, чтобы время осталось на вопросы. Этот закон немножко говорит о том, что религиозные объединения могут быть собственниками, что они могут вступать в договорные отношения, что принимать на работу граждан. Так же, как и все остальные субъекты права, они обязаны уплачивать налоги и так далее. Но как раз вот в этом плане существования специального закона особой какой-то необходимости нет. Это все может быть отрегулировано другими кодексами или другими законодательными актами. Вот это что касается закона, ну и что касается немножко правоприменительной практики, слайды, связанные с некоторыми такими ситуациями, наверное, все вы слышали, там штрафы за громкое произнесение «Аминь» во время богослужения, да. Понятно, что есть правило, что в чужой монастырь со своим уставом не входи, вот, и, наверное, есть некие там этические правила поведения в культовых заведениях. Вот, но тем не менее, насколько это все должно подпадать под криминальные действия, да? Мы сегодня все больше говорим о том, что нет никаких административных правонарушений, это все уголовное право. Поэтому подобного рода действия – это такая вот криминализация. Это то, о чем я говорил, возможности религиозных объединений в сфере социальной помощи, в сфере медицины, да, когда есть огромный накопленный у них опыт работы там, в хосписах, в домах для престарелых, для людей, которые по каким-то причинам ограничены в возможностях. Но у нас это грозит тем, что такое жесткое законодательство приводит к тому, что пришли, посетили это учреждение, и это все реальные случаи из практики, и в итоге оказались оштрафованными. Это работа с молодежью, в которой тоже задействованы религиозные объединения, тоже реальные случаи из практики, когда дети поехали с руководителем религиозного объединения, причем дети членов этого религиозного объединения, в такой детский религиозный лагерь. В итоге было возбуждено административное дело, но потом его спустили на тормозах, это дело. Это проблема, о которой я говорил, проведение богослужения в арендованном здании, когда нет разрешения местного исполнительного органа, и только на этом основании, конечно, можно привлекать к ответственности сегодня.
Это распространение религиозной литературы, связанное с различными формами. Да? Была такая ситуация в Южно-Казахстанской области, когда одна девушка попросила знакомую скачать Библию в гаджете. Объясняет это тем, что сама она не может. Как только скачала, откуда-то появились полицейские, протокол дела об этом правонарушении. Это продажа литературы через различные сайты, причем люди и понятия не имели, просто не нужна Библия, от бабушки осталась, решила она продать эту Библию. Знала бы, не продавала. За сколько бы она продала, я не знаю, но штраф человек получил в размере, вы видите, 113 450 тенге. Это более жесткая уже уголовная ответственность за дело в Нур-Султане, за религиозные беседы, когда человек выразился так, как он посчитал нужным о представителях другого религиозного объединения, в итоге получил 5 лет лишения свободы. Но был помилован через некоторое время президентом. И то, о чем я говорил в самом начале, и, собственно, что инициировало вообще эту лекцию, это вопросы, связанные с рассмотрением в Комитете по правам человека ООН дел, связанных с нарушением права на свободу совести, свободу религии. Мы на сегодня имеем 2 дела. Первое – это дело достаточно давнее, Виктор Левин против Республики Казахстан. Смысл в чем? В том, что человек, будучи иностранным гражданином, бывший гражданин Казахстана, потом уехал в другую страну, потом вернулся, получил вид на жительство. И он с детских лет был членом религиозного объединения. И в то время, когда он участвовал в совместных проповедях, в совместной религиозной деятельности, был рейд полиции, его обнаружили и составили протокол за то, что он осуществлял миссионерскую деятельность без регистрации. Дело дошло до Комитета по правам человека, и вкратце вы видите выводы, как и сделал Комитет по правам человека, что осуществление миссионерской деятельности – это часть права на свободу религии. Отсутствуют аргументы, почему для совместного богослужения требуется разрешение, а разрешение – это уже ограничение права на свободу. Ограничение не направлено на достижение какой-либо из законных целей, перечисленных в пункте 3 статьи 18, это, если вы помните, охрана общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, прав и свобод других лиц. Наконец, ограничение права не является соразмерным. Соответственно, Комитет по правам человека признал, что нарушен пункт 1 статьи 18, там, где говорится о том, что каждый имеет право на свободу религии. Это было первое дело. Оно рекомендации не исполнены, хотя надо сказать, что было изменено положение в законодательстве касательно понятия миссионерской деятельности. Как я уже сказал, оно стало более широким. Но смысл в чем? Что смысл всех наших регистраций, которые мы объясняем, что они действительно необходимы, для чего-то они нужны, когда речь доходит до международного органа, они наши объяснения не понимают. Государственные органы, когда выступают в суде, в Комитете по правам человека, прошу прощения, они говорят, так же написано в нашем законе, это установлено законом. Но отвечает Комитет по правам человека, недостаточно, что у вас написано в законе. Вы должны пройти тест и на другие инструменты, которые показывают о том, что допустимо это ограничение или нет. И второе дело, это более свеженькое дело, в 2019 году было вынесено решение, Сергей Геллер, не повезло, обе фамилии немецкие, против Республики Казахстан. В данном случае ситуация была очень похожа на ту картинку, где вы видели, что участковый полицейский, а полицейский пришел на собрание общества знания Кришны. Фотографии относятся к другому кейсу, а ситуация была примерно такая же, что, в принципе, в городе знали, что здесь собираются кришнаиты, что даже на их собрание приходили представители и полиции, и управления по делам религии. Но после одного из приходов почему-то был составлен протокол об административном правонарушении,
и было выдвинуто обвинение в том, что они нарушили правила проведения религиозных обрядов, поскольку не уведомили государственный орган. Вот, решение Комитета по правам человека, вы видите основные моменты, снова нет аргументов, почему требуется вообще такое уведомление. Кстати, на тот момент немножко странно даже звучало, что обязанности получать такое уведомление не было. Было другое положение, что надо согласовывать место проведения богослужения. Вот. Но тем не менее, ограничение снова не преследует законную цель, то есть общественной безопасности оно не угрожает порядку, не угрожает здоровью и морали, не угрожает основным правам и свободам других лиц, не угрожает. Поэтому оно не является соразмерным и снова нарушен право, предусмотренное пунктом 1 статьи 18 Международного пакта о гражданских и политических правах. Вот оба дела, как я уже сказал, и первое, и второе рекомендации пока не были учтены. Ну, по второму еще рановато говорить, оно только вынесено. Вот, но, тем не менее, по первому, за исключением вот немножко суженного понятия миссионерской деятельности, пока ничего не было сделано. Что можно сделать? Как раз этому посвящен проект по имплементации решений комитета ООН, который проводит при финансовой поддержке Королевства Нидерланды по исполнению решений комитета ООН. Я сам был автором одной из дорожных карт. Вот. И я скажу, что я уже говорил о том, что были другие дела. Вот когда говорят, что обращение в эти органы бесполезно, даже с точки зрения вот их имплементации, да. Ну, во-первых, не все так однозначно, какая-то имплементация, какие-то формы есть. Но более того, само обращение иногда тоже приводит к определенным последствиям. Одно из религиозных обвинений просто забросало Комитет по правам человека жалобами на нарушения, да. И государство, скорее всего, понимало, что дела эти проигрышные. Соответственно, они пошли на переговоры с этим религиозным объединением и попросили отозвать из Комитета по правам человека это жалобы. И пообещав то, что внутри страны этот вопрос порешают. И действительно его порешали. Очень странная практика, когда Верховный суд пересматривает дела об административных правонарушениях. Это происходит в каких-то исключительных случаях. Но как раз вот случай с этими религиозными объединениями, он попал под это исключение, поскольку Верховный суд начал пересматривать дела. И более того, Генеральная прокуратура рассылала циркуляры о том, как надо себя вести при, ну, определенных таких вот действиях религиозных объединений, то есть рассказывая, что вот это нарушение, вот это не нарушение. Вот вам реальное влияние обращения в Комитет по правам человека на правоприменительную практику. Поэтому, конечно, не все так плохо, и с точки зрения практики, и с точки зрения законодательства. Но признаемся, что есть над чем работать, чтобы свобода совести была не только строчкой в Конституции, в статье 22 Конституции Республики Казахстан. Понятно, с чем связан вопрос. Дело в том, что по религиозным убеждениям некоторые члены религиозных объединений, кстати, это могут быть не только члены религиозных объединений, это те, кто придерживается пацифистских каких-то убеждений, они отказываются брать в руки брать в руки оружие. Да? На что им иногда отвечают, что ну, не так страшно, мы вас призовем, потом отправим вас в какое-нибудь хозяйственное подразделение, в столовую или еще где-нибудь, в госпиталь, и будете там служить. На что религиозные объединения не соглашаются, говорят о том, что ну, все равно придется принимать присягу, принимаешь присягу, надо, значит, брать в руки оружие. А там еще какой-нибудь приказ от командира поступит, и попробуй его не выполнить. Поэтому они отказываются от службы в армии. И в 90-х годах была такая практика, когда их привлекали к ответственности, это преступление за отказ от службы в армии. Вот. Но это характерно для определенных религиозных объединений, далеко не для всех. Для некоторых это вообще не проблема, они идут служить в армию, а для некоторых это серьезная проблема. Вот. И потом, после того, как опять эта проблема стала нарастать, ну, насколько я знаю, был заключен некий меморандум между прокуратурой и представителями религиозных объединений,
одного из них, во всяком случае, что наших, ну, в кавычках, наших не трогайте, да, потому что смысла тоже в этом нет. Человек осуждается, выходит из тюрьмы, опять отказывается, и опять в тюрьму, опять отказывается, опять в тюрьму, до тех пор, пока не выйдет срок призыва, ну, вернее, возраст, призывной возраст пока не закончится, или там по каким-то другим причинам, предусмотренным военным законодательством, его уже нельзя будет привлекать к ответственности. Поэтому ситуация до некоторого времени была спокойной, но сейчас речь идет о том, что опять появились некоторые такие дела, вот, и ситуация обостряется. У нас в статье 22 Конституции, помимо того, что предоставляется право на свободу совести, написано, что это право не должно влиять на исполнение обязанностей перед государством, да, а воинская служба – это одна из обязанностей. Поэтому очень такая проблемная ситуация, но тем не менее есть опыт решения этой проблемы даже у наших соседей в Российской Федерации, в Кыргызстане, когда вводится в законодательство и в практику такой институт альтернативной службы. Не хотите идти служить, пожалуйста, вас отправляют опять в дома для престарелых, в хосписы, и служить вы будете не один год, а 3 года, и помогать от государству этим социальным учреждениям в решении тех проблем, которые перед ними стоят. И верующие, действительно верующие или пацифисты, они идут на это. Ну, такие у них убеждения. Если их тюрьма не исправляет, то они готовы, конечно, и послужить эти 3 года, помочь. Я скажу больше, в Российской Федерации за этих альтернативников даже дерутся. Почему? Потому что, ну, представьте, кто пойдет работать в дом престарелых, выносить судно за тяжело больными людьми на небольшую зарплату. А эти люди, они добросовестно выполняют эти свои обязанности, несут, да, то есть польза всем. И верующим, чьи религиозные убеждения были уважены со стороны государства, и государству, потому что они получают некий такой вот... получает некий ресурс для работы в очень сложных организациях. Вот, но у нас пока, насколько я знаю, очень много законов принимается, самых разных, полезных и не очень, но об альтернативной службе даже речи не идет. Если речь идет о действительно необходимости в этой операции и в оказании медицинской помощи, то здесь очень сложные вопросы сами по себе. Если вы откроете кодекс об охране о здоровье народа, то вы увидите, что там у каждого человека в принципе есть право на отказ от лечения. И это не только право верующего, право любого человека. Поэтому в конкретном случае все зависит от того, в каком состоянии находится человек. Если рядом там законные представители, родственники, есть ли возможность обсудить этот вопрос там каким-то консилиумом, да, и часто, конечно, этот вопрос более болезненный, еще связанный с детьми, да, вот, поэтому даже есть некая такая судебная практика, международная практика, международных судов, примерно такой подход, что когда речь идет о детях, то приоритетом являются все-таки не религиозные убеждения, а права ребенка. Да? Но когда речь идет о взрослом человеке, тогда здесь вопрос не так просто решается, что все-таки религиозные убеждения принимаются во внимание. Что, насколько этому препятствует церковь, это, ну, надо тоже разбираться и смотреть, что они делают, а они, в какой форме они призывают к отказу от медицинского вмешательства. То есть, ну, очень непростой вопрос. Судя по отчетам, они проводят замеры законодательства, да, раз. Какое законодательство, есть ли там вот такие вот инструменты, которые влияют на ограничение свободы религии. Они смотрят, конечно, на правоприменительную практику. Какая практика, за что люди осуждаются, в каком количестве осуждаются. Они смотрят на вопросы традиционных, нетрадиционных объединений, насколько соблюдаются права всех или все-таки есть какие-то преимущества для одних религиозных объединений.
Они смотрят на попытки государства или на усилия государства организовывать различные там межрелигиозного диалога, да, и формирование вот этого вот режима толерантности. Поэтому все это оценивается, и в итоге проводится интервью с различными экспертами, с представителями религиозных объединений, с представителями государственных органов. Вот, пока больше сотрудников было в Алматы, я сам часто участвовал в этих опросах и высказывал свое мнение. Сейчас последние годы я не участвую, поэтому только читаю с интересом, что они там написали. И вот все это анализируется и в итоге выкладывается. Да, опять-таки, стремление государства двигаться или нет. Почему Узбекистан был выведен там в специальную группу из третьей самой ужасной в какую-то промежуточную группу, да? Потому что они увидели стремление узбекских властей либерализовывать эту сферу. Ну, и то есть самые разные факторы влияют на эти вопросы. Вообще все эти опросы, все эти рейтинги, они условны, да, и все эти критерии тоже можно критиковать, по-разному оценивать. Я недавно с другим критерием, с другим отчетом сталкивался, где показали, что получилось, что у нас там коррупции практически нет в стране, да, у нас очень хорошие были показатели. Вот. То есть, опять-таки, когда я посмотрел на эти критерии, оказалось, что они сделали замер только в одном секторе, да, там коррупция в парламенте, коррупция там в каких-то других органах, вот, но не в целом всю эту ситуацию смотрели. Так и здесь, наверное, можно предъявлять какие-то претензии, но тем не менее никто пока в таком объеме по всему миру эти отчеты не делает. Да? И ну, то, что вы сказали, вроде бы у нас каких-то особых проблем нет, но я и согласен, и нет. Если кем сравнивать? Если сравнивать с Узбекистаном, да, или с Туркменистаном, там, пусть не обижаются на меня, если есть представители из этих стран, вот, то, наверное, у нас ситуация получше. Но если сравнивать там с европейскими странами или с нашими хотя бы бывшими соседскими странами, как там Украина, Грузия, прибалтийские страны, да даже в Российской Федерации нет обязательной регистрации религиозных объединений. Вы можете действовать без регистрации. Ну, как один из примеров, да. Там есть другие проблемы, но в некоторых вопросах вот они отличаются от нас. Так что это тоже вопрос усмотрения, с кем мы друг друга себя сравниваем. Если вы являетесь членом религиозного объединения, то есть формальные и неформальные моменты. Да, формально связанные с тем, что по закону служители религиозных объединений не призываются в армию. Неформально связанные с тем, что есть у договоренности между религиозными объединениями и государственными органами о том, чтобы их людей не трогать. Вот, если вы являетесь, грубо говоря, пацифистом, да, то, наверное, здесь вам уже вряд ли кто поможет. И тогда действительно надо... придется идти в армию. А что касается организации, помогающей призывникам в Казахстане, ну, я такую вот аналогию, как в России, то, что вы назвали, я не знаю, что именно. Может быть, кто-то и занимается. Не буду утверждать со стопроцентной уверенностью. Но так, чтобы специализировались на призывниках, я... Там же есть в России, по-моему, там Союз солдатских матерей, что-то типа этого, да, какие-то другие общественные структуры. Ну, пока будет обязательный призыв в армию, наверное, этот институт это вот таким вот острым и будет. Понятно, что мысли наши регулировать никто не может, если только в будущем не будут созданы те чипы, о которых сегодня все говорят, и не вживлены в наши мозги, да, и таким образом будут влиять на наши мысли. Но это все пока из области фантастики. Как следует толковать понятие религия убеждения? То есть я привел несколько примеров, слайдов, да, с Международного пакта, плюс дополнительные объяснения в декларации и замечании общего порядка номер 22. Различие между свободой мысли, совести и убеждений, свобода исповедует религию убеждения. Но если говорить об аспекте регулирования, то мы с вами сказали, что свобода мысли, совести и религии, она
абсолютно ее регулировать нельзя, а вот свободу исповедовать можно, но с учетом определенных ограничений, которые наложены международно-правыми актами. Безусловно, включает. Более того, несмотря на то, что есть различные терминологии и различные подходы, там право иметь, право менять религию, право принимать религию, международная практика говорит о том, что практика всех этих разъяснений говорит о том, что речь идет об одном, что человек имеет право менять религию. А эти глаголы, они уже вторичные, они не так важны. Вопрос немножко для нас не актуален. Почему? Потому что у нас преподавание религии в школах запрещено. Да? У нас есть курсы «Основы светскости», он сейчас называется. Да? И поэтому это для тех стран, где действительно включены религиозные компоненты в программы школ. Есть это и в международных пактах, и у нас есть закон о защите прав ребенка, где записаны права родителей обеспечивать образование своих детей, воспитание в соответствии с религиозными убеждениями, но это ни в коем случае не влияет на права самого ребенка, да, потому что у ребенка могут быть свои убеждения, особенно если речь идет о детях уже такого старшего возраста, и здесь тоже могут быть конфликты, которые должны разрешаться вот из тех стандартов, о которых мы с вами говорили. Но я назову 4 глагола, какие обязанности. Это уважать эти права и свободы, это защищать, это содействовать и реализовывать. Это такие вот 4 основных обязанности государства. Сказали, это охрана общественной безопасности и порядка, здоровья и морали, прав и свобод других лиц. И ни в коем случае не вправе, тоже мы с вами говорили, это одно из условий, связанное с ограничениями. В международном аспекте да, а в казахстанском аспекте пока нет, за некоторыми исключениями. Спасибо вам всем. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся в офлайн не раз. И это гораздо полезнее, приятнее, эффективнее. И надеюсь, что вы не зря провели это время. Спасибо вам всем большое.